BMW 540 в очень хорошем состоянии. Машина с пробегом, 17 год, пробег совсем незначительный, всего 80 тысяч. И комплектация здесь, конечно же, очень крутая. 17 год. Огромные лихосплавные диски аж 20 диаметра. Снизу обвес по нижней кромке бампера противотуманки. Вообще оптика прям шикарная, фирменная BMW. По кузову вообще нету никаких нареканий. Все в идеальнейшем состоянии. Видимо, машину очень бережно эксплуатировали. Черный кожаный салон с хромированными вставками. Люк. Сзади у нас парктроники. И сдвоенная, еще и раздвоенная выхлопная система. Машина, конечно же, очень быстрая. Наваливать на такое одно удовольствие. Небольшой спойлер на самой кромке багажника. Ну и в целом машина действительно выглядит прям очень круто. И стоит она 27 миллионов тенге. Ну, мы находимся в Алмате, автосалон Бавария. Шикарная машина, вот на такой погоняет, да?